Туристический сервер «Закарпатья» и туристический клуб «Альфокс» представляют. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех, кто сегодня на моем канале «Альфокс», «Альпийский лис». И сегодня довольно-таки, я считаю, уникальный репортаж, потому что я вам хочу показать панораму села Княгиня. Село Княгиня, которое находится в Закарпатской области на западном кордоне, который граничит со Словакией. И уникальность этого села в том, что именно здесь произошло падение метеорита, которое послужило прообразом для романа Жюль Верна. Итак, прямо перед вами в перспективе по оси фотоаппарата село Княгиня. Вы видите, что оно протяженностью своей идет слева направо. Посередине по оси объектива видно хорошо верхушку церкви. И прямо желтеет гребень, прямо по оси объектива хребет Стинка. Хребет Стинка, в конце которого и было падение метеорита в урочище Черное Млаки. Итак, панорама села Княгиня.